Таргетинг. Ага. Позначить страницы товары там и там. Какое объявление работает в рекламной сети? То, у которого больше цена клика. Это 100%. Нужно ли использовать ретаргетинг в кабинете контакты, если работает RSI предпочтение? Реклама показывает ретаргетинг в кабинете контакта показывает в другом варианте. То есть там 50 на 50, да, у нас показывает 100 в RSI, то ВКонтакте реклама 50 на 50. И, конечно, если вы хотите увеличить охват аудитории, то и там, конечно же. Да и разные аудитории-то, кстати, между прочим. В ретаргете, ну, таргете ВКонтакте и вообще в RSI для ВКонтакте. Это разные совершенно аудитории. Поэтому тут какой-то сырбор такой получился. Так, Константин, есть ли конкретные тенденции и закономерности настройки директ в сфере B2B нефтянка? Если он и не есть. Единственное, что я знаю, что нефтянка сейчас уходит вся за границу, поэтому, наверное, стоит настраивать AdWords.